Всем привет, дорогие друзья, с вами Варун. Сегодня я хочу показать вам билд на лук Брама Кува. Данный лук можно выбить с личей Кувы. Как фармится личи Кувы, можете ознакомиться также на видео на ютубе. Итак, давайте перейдем к билду. Раздельный патронник увеличивает на 90% мультивыстрел. Мощный выстрел дает нам 60% крит урона и 80% к шансу статуса. Зазубрина увеличивает наш урон на 165%. Чутье на уязвимость увеличивает наш крит урон на 120%. Точечный удар дает нам 150% к шансу критического урона. Боеприпас охотника увеличивает на 30% шанс наложить эффект разреза при критическом попадании. Криопатрона дает нам 165% урона холодом. И увеличение калибра дает нам 165% урона, но режет на 55% нашу точность. Итак, на выходе мы имеем показатель крит урона 5,9 иксов. Статус 37,8%, шанс критической атаки 87,5%. Мы будем играть также через урон вирусом, что будет увеличивать урон, наносимый здоровью, до 325% за счет наложения тиков разреза мода боеприпаса охотника. Атака по площади имеет отличные показатели урона. Эффективность 90%, зона поражения 8,3 метра. Итак, давайте посмотрим данный билд на стальном пути, как он себя покажет. Даже сработал автоматический взлом. Уходим в инвиз. Встаем на позицию. Минус Брама Кува в том, что у него мало стрел. И поэтому мутатор боеприпасов очень полезен. Ну что дело? Первая стрела. Минус. Минус. Да что вот все падаешь? В общем, как-то так. Такой билд у нас получился. Пользуйся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!